Привет, народ. У нас есть две вот такие вот доски. Я дома разобрал старые шкафы, или как это правильно, тумбочки, шкафы. И, значит, я говорю: Макс, давай возьмем пару фанер и раскатаем на них. Что ты сразу подумал, скажи? Ну нафига, да? Нафига, Дима? Типа, ну, идея была нормальная. Мне понравилось. Ну я тоже подумал, что мы вывезем с тобой эти доски, и будет прикольно где-то поставить, покататься. Но самые такие зачетные я оставил дома, хотя я думаю, они сильно короткие, да? Вообще короткая, ну. Вот, смотрите, вот эти две фанеры, они чуть больше, чем основа байка. В итоге, короче, вообще как-то, ну, не то, что надо. Но мы все равно постараемся раскатать. У нас просто... У нас просто каждый день никто не катается, ребят, и мы с Максом выезжаем, стараемся почти каждый день кататься, потому что у нас как ни снег вышел, потом был дождь, потом просто моросило, оно только сегодня начало высыхать, все, вы говорите, что нету влогов с катания, потому что мне приходят новые посылки, я хочу снимать обзоры, чтобы поскорее выкладывать ролики на канал, и я не могу снимать в такую погоду, в слякоть, сегодня тоже, да, скользко. Ну тут сильно скользко, хотя сухо везде, но все равно. Давай тогда тут раскатаем минут 5 и погоним куда-то на другие споты. А это выкинем тогда, получается. Да, хорошо, что я дома еще. Я думал что-то построить с этих фанер. Ну, с них особо ничего не сделаешь, потому что короткие сильно. Да сними, я бэкмена сразу потяну. Может, туда вот так, отсюда. Ай-яй-яй. Хорош. Давай 0,3. Давай. Не, не буду делать. Не сильно громко. Вроде не громко, да? Ну, такое себе. Громковато. Дверь уже в минус уходит. Да? Да. Как думаешь, она развалится? Ну, если прям на ней прям жестко так, да, вот так делать, тогда она точно развалится. Она прям уже здесь, смотри. А, она вот тут уже прогибается? Это бумажка, да, наверное, просто. Тут надо угадать с хоукабом. Типа, знаешь, надо сразу ванэйти и сразу халфкап туда. А ты хочешь ванэйти халфкап? Ну да, и с нее халфкап. Давай. Ничего себе, даже так? Она. Короче, еще одну и хватит, хорошо? Хорошо. И выкинем ее поскорее. Ах, красава, нормально, пойдет. Все, она нам больше не нужна. Выбрасываю. Все, надо поехать выкинуть ее. Где у нас урна есть? Урну. Ну все, вот там. Поэтому. Минус. То мы просто прикалываемся. Ну что, погнали на другой спот тогда. Потому что тут я не знаю, что тут можно придумать. Тут особо ничего не придумаешь, тем более, что скользко. Все,
Все, приехали на другой спот. У нас есть вот такой вот билборд. И, в принципе, с этой штуки можно будет что-то поделать. Подропать, покрутить градусы. Йо, привет! Здорово! Сейчас подъеду туда. Окей, хорошо. Все. Короче, встретил я Даню, нашего боймиксера. Ну как, бывшего боймиксера, но бывших боймиксеров не бывает. Рубы! Потом моя черга. Погнали. Привет. Здорово. Привет. Как дела? Нормально. Опа, вы катаетесь? Да. Какие крючки сегодня делали? Я только начал раскатываться 540 100 метров. Ты это сделал? Почти, да. Проедешься? Я же проеду. Сейчас я такой, они половину слитого. Каждый день его протирать. Нет, сейчас просто погода такая. Я вдоль по плану надо было. 39,5, наверное. Новую поставил, видишь, вот тут там. Кстати, у кого? Ну да, еще даже микс. Все, мы снова сюда приехали. В здании поболтали. Рад был его увидеть. А теперь надо доделать пятерку отсюда. Да. Если тут, конечно, машин не будет. Там еще хоть что-то видно в кадре или нет? Ну, да, видно. Более-менее, но... если да, яркость накину, в принципе. Да, нормально. Нормально все? Капюшон болтается сильно. И надо затянуть будет. Потому что когда кручусь, шапка на глаза, я не вижу просто, куда я приземляю. Типа, знаешь, не могу постоянно вот так держать голову в сторону вращения. А как выглядит? Нормально? Шапка делает фристайл. Ага. Меня спускает колесо. Опять какая-то шляпа. Все. Димон, сосок. Сосок, да, порвался. Порвался сосок. А что у меня здесь? А у меня здесь... Он оторвется или не, как думаешь? Конечно. Да? Да. Думаешь, да? Сосуды вообще на изях отрываются. Спасибо, что хоть поснимал. Теперь, наверное, с Максом поедем или пройдемся куда-то. Йоу. Ну, это прокус, типа, у меня прокусы по 2 сантиметра, если я с пятерой не так приземляюсь. Ну, не знаю, буду смотреть. Но все равно там камера, ну, надо новую камеру. Потому что у меня уже тут 30 или 40 латок на этой камере. Так, мы погнали куда-то дальше, наверное. Вот такая у нас компашка, короче, никого сегодня не было. Короче, какая-то такая... В общем, ну ничего страшного.